Здравствуйте, нами был приобретен измельчитель Вета Капрал АМ-80Е. Хочу поделиться впечатлениями о его эксплуатации. Для заготовки древесины будем использовать полиэтиленовую сетку. Монтируется все очень просто на зацепах. Вот так вот. А теперь приступим к самому процессу измельчения ветки. Толщина данной ветки приблизительно 2 сантиметра. Запускаем аппарат. Производителям заявлено, что максимальная толщина ветки для измельчения может составлять 80 мм. Это мягкая древесина, влажная. Мы будем использовать сухую ветку приблизительно толщиной 45 мм. Максимально заявленная толщина сухой ветки 50 мм. Посмотрим, как с ней справится аппарат. Обратным путем снимаем с крючком. Все делается очень просто. В конечном итоге мы имеем ветки такого дробления. Данную древесину будем использовать для топки твердотопливного котла. 2 часа имеем вот такое количество заготовленной древесины. Аппарат полностью справился с поставленными перед ними задачами, выполнил качественный помол. В процессе эксплуатации никаких проблем с обработкой не возникло. Поэтому с чистой совестью могу рекомендовать данную продукцию. Спасибо за внимание, до свидания.